Всем привет! Привет! Вы на канале «Сестрицы в теле», я Света. А меня зовут Кристина, и мы сегодня хотим представить вам новую коллекцию зимних пальто и курток, а также нарядные кофты для корпоративов. Юбочки шикарные. Для новогодние платья. И на канале «Сестрицы в деле. Модная женская одежда» еще выйдет ролик, он уже вышел, с распродажей. Подпишитесь, чтобы не пропустить в следующую распродажу. Дорогие девочки, наша первая модель – это зимнее пальто на верблюжьей шерсти. Очень теплое, с капюшоном. К нему прилагается пояс. Он очень хорошо смотрится с поясом, у кого есть талия. Девочки. Это пальто двухстороннее. Его можно вывернуть и ходить еще в другом цвете. Так, смотрим. Здесь у нас есть вот такое место по тайну, где проверяется, что это есть верблюжья шерсть. Смотрим другую сторону. Оно очень греет хорошо, потому что это натуральная верблюжья шерсть. Оно с виду кажется тоненькое, но так как есть верблюжья шерсть, они очень теплые. Стоимость таких пальто 5000 рублей. Вроде получилось. Угу. Замки очень все хорошие, качественные. Легко очень застегиваются. Да, сейчас тут у меня что-то. Очень легко. И смотрите, это 60 размер на мне. Видите, даже в этом цвете я не сильно полная. Очень красиво. Самое главное, какое оно длинное. Да. Карманы с двух сторон. Размерный ряд с 50 по 60. Есть все размеры в наличии. Да, карманы глубокие, на них заклепочка. И помните, мы говорили, про у кого есть талия, есть пояс. Самое главное, тепленький и при этом не сильно большой, чтобы не полнил. Сейчас мы покажем, как на 50 размере она смотрится. Это же модель в размере 50 на Светлане. В нашей модели рост 1,76 м, объем груди 98, бедер 104. Сейчас она подпоясывается. Поясочка. Да. Вот, мы уже говорили, размерный ряд с 50 по 60. Да. Очень теплое пальто. Стоимость 5000 рублей. Следующая модель пальто зимнее. С натуральным мехом чернобурки. На капюшоне. Но он отстегивается при желании. Очень красиво. Да. Смотрите, как эта модель девочки странит. На мне 60 размер. Это такая стройняшка в нем. Также размерный ряд с 50 по 60. Есть манжетики. Девочки, кому оно будет длинное, подворачиваем. Там очень глубокие карманы хорошие. Карманы очень шикарные. Весь целиком длинный поместится. А вот посмотрите, спереди какая пошивка красивая. Благодаря этому вы сторонненькая становитесь. Вот эти такие линии. Стоимость этого пальто 5000 рублей. Мы уже говорили, что размерный ряд с 50 по 60. Это же модель в размере 50. Очень насыщенный цвет, красивый мех, очень теплое пальто, наполнитель холофайбер. Цвет насыщенный синий. Размеры, я повторяю, с 50 по 60 включительно. Следующая модель, пальто зимнее. На нашей модели 52 размер. Ярлычок. 52-54, поэтому он на нее смотрится великоват, потому что ее размер 48-50, мы его уже продали. Размеры я сейчас напишу на экране. Наполнитель холофайбер. Стоимость этих пальто 4000 рублей. Девочки, по бокам есть расширители, увеличитель объема. Можно да. Его и добавится сантиметра 2. Ну, да.
Это если, например, фигура груша, или вам нужно также в транспорте сесть, и не хотите расстегивать внизу молнию. Очень красивый цвет. Это же модель, только в темно-синем цвете. Я сейчас напишу вам, какие размеры остались. Стоимость 4000 рублей. Наполнитель холофайбер. Оно очень теплое. И также очень теплый капюшон. И очень хорошо сидит. Да. Смотрите, опять. Не полнит. Наоборот, вот, стоит. Да. Ну, вы знаете же, это цвет всегда. Глубокий такой, насыщенный, темно-синий. Как всегда, длина рукава регулируется манжетом. Внутри есть еще манжетик, чтобы не задувал ветер. Очень хорошая, теплая, добротная, хорошие замочки. Красивая фурнитура. Стоимость 4000 рублей. Следующая модель в показе — куртка черная, зимняя, матовая. Производство Россия. Капюшон отстегивается. Очень хорошие, качественные замки. Производство Россия. Осталось всего 3 размерчика. И поэтому, девочки, скидка целая 1000 рублей. Предыдущая стоимость была 4500. На данный момент 3500. Спешите купить. Дорогие девочки, и как всегда у нас на повторе, каждый показ мы привозим прикольные джеггинсы в сером цвете. На небольшом флисике. Не сидят просто замечательно на фигуре, да, на любой. Карманы настоящие, не нарисованы. Спереди и сзади карман. Девочки, самый большой размер подходит на 62-64. И они очень хорошо тянутся в бедрах. Самое главное, они на резинке, да, не на сверху замочках. На резиночке. Очень хорошая посадка. Ты садишься, у тебя не открывается поясница, ничего. Вот 2 месяца ношу, ничего не протирается нигде. Ну, да. У меня вообще ничего не протирается. Хотя у меня ляшечки, щуки. Да, и спина, главное, закрыта. Не выпадает задняя поверхность бедер. Угу. Есть еще точно такие же джеггинсы в черном цвете. И точно такой же размерный ряд. Самый минимальный 48-50. И самый большой до 64-го подходит. Также, раз уж я оделась, вот есть кофточка. Состав 70% кашемира. Иди сюда, Света. 20% хлопок и акрил 10%. Очень хороший состав. Стоимость всего 1500 рублей. Джеггинсы в черном цвете. Вот, все точно так же. Высокая посадка, карманы, утеплитель. И стоимость, как у серых, как у черных, 1500 рублей. Сразу же мы рекламируем кофточку. Тот же состав, 70% кашемира. 20% хлопок и 10% акрил. Вот какие красивые стразы. Размер, девочки, вот который на Светлане, это 52-54. На мне, который был, он подойдет, что на 54, на 56, на 58. Дорогие друзья, осталось платье в единственном размере, 58-м. Они у нас стоили раньше по 2500, 1800 это платье стоит, 58 размера. Сзади трикотажное, спереди идет стретч под кожу, распыление. Очень красивая фурнитура, замочек тоже очень красивый. Хотя он здесь, в принципе, даже только для красоты. Его можно кофту, это платье через верх одеть запросто. Не расстегивая, да? Да, можно не расстегивая. Очень хорошо сидит. Подойдет для любого праздника. Следующая модель — платье черное со стразами. Очень красивый рукавчик тоже со стразиками. Оно нарядное. Спинку покажи. Трикотажное, с карманами. Сзади гипюрчик, кармашки. Длина такая хорошая. Сапожками, колготками. Стоимость 2000 рублей. Напишу, какие размеры есть.
И осталось одно платье с полосками под кожу, с длинным рукавчиком, трикотажное, 48 размера. Оно очень красиво смотрится на этот размер. Стоимость его теперь 1500 всего, так как это последнее платье. Заказывайте по этому номеру телефона. Кто первый напишет, того и платье. Скоро уже праздник. Дорогие девочки, ну мы забыли с собой взять самые красивые кофты. Я их отложила, девчата, чтобы не забыть. Самые красивые отдельно. Да, самые новогодние, самые красивые, в самой блестящей студии, с красивым светом. Они самые классные. И больше всего на них Рюлекса и Страза. Посмотрите на мне. 58-60. А спинку ты так быстро повернулась, что не видно ничего. Рукавчик летучая мышь. Девочки, она стройнит. Такая нарядная, да. Переливается. И самое интересное, что потом, когда закончится Новый год, вы прекрасно опять оделись так, хоть в офис, хоть куда, и вы опять красиво нарядно выглядите. Смотрите, мы не успели в город привезти вот из такой модельки. Смотрите, как хорошо, не видно ни загусок вот этих, ни гусеничек, вот этих, ничего. Ткань, потому что плотненькая, она струящаяся, так вот лежит. Вот это вот еще летучая мышка, она прикрывает все бочки вот эти вот жирненькие. Mm-hmm. И вот большую грудь. А ручки большая, пухленькие, да. Тоже не видно, да, все прикольно. Смотрите, у кого полненькая ручка, еще полнее, чем у меня, еще смотрите, есть какое есть пространство для руки. Остался 58-60 и 54... Ну да, 1XL. Это 54-56. Девочки, если что, пишите, мы вам измерим. Но это тоже летучая мышь. Она подойдет даже на 52 размер. Производство очень хорошее. Да. Вот эта фирма Кунтай, она очень хорошая считается. Да. И мы их продаем по 1800. Это недорого для праздничного такого. Качественные вещи. Есть еще подделки под эту фирму, они более тонкие и они прямо катаются вверх. А это плотная ткань, и она очень хорошо сидит на теле. Мягко, рюлекс не кусается, ничего. Прямо она мягонькая. 1800. Вот еще какая моделька. Вы посмотрите, сколько стразов. Как она блестит. Ее можно, смотрите, и с лосинками, и с брючками одевать. Это форма удлиненная немного. И рукав опять такой вот. Три четверти. На Светлане 54 размер. И 52 он подходит. У нее даже на 48. Посмотрите, я девочки. 48. Кто любит оверсайз, даже на этот я размер. Прекрасно, говорю. Да. Ну так, это 54 размер. А еще есть... То есть такая же, да, побольше. 54-56. Угу. Также фирма стоит 1800. Девчата, всего тоже опять две кофточки осталось. И третья модель из таких кофточек. Летучая мышь покороче. Девочки, я на себя надела 56 размер, 2XL. Ну тоже, мне, конечно, туговато, но 56-54 будет прекрасно. Летучая мышь, рукавчик. У кого полненькая большая грудь, полненькие ручки. Она всех странит. Смотрите, как переливается на видео, даже не переливается. Желательно делайте скриншотики, потому что эти кофточки похожи. Таз, рисунки, да. Ну ладно, если что, пишите, летучая мышь укороченная. Вот, посмотрите, видите, разные рисунки. Рисунок и вот форма. Тут, это, да, длинная, а это короткая летучая мышь. А, это укороченная. Да, это укороченная. И рисуночек чуть-чуть другой. Смотрите, задника. Вот это размер 56. А этот 52-54. А этот 54-56. Вот тоже осталось две всего кофточки. 1800, девчата. Кофты бесподобные. Вот мы... Врать нам незачем. Очень классно. Замечательная юбка, которую мы уже в прошлый раз привозили. Она так понравилась девочкам. Размеры 48 по 58.
Но если честно, и 60-й, я вот ношу 60-й, мне она прекрасно налазит, потому что она на резинке. Тянется. Да, трикотаж. Сзади трикотаж, и очень она хорошо тянется. Такая красота стоит 1500 рублей всего. Также переходим к кофточке. Посмотрите, сколько блеска. Очень нарядная кофта. На Светлане 54 размер, но он подает, видите, на 48, 50, 52, 54. Стоимость такой кофты 1800 рублей. Вот юбка, та же самая, которая стоит 1500 рублей, на резинке. Самое, что интересно, из-за резиночки. Почему я не ношу платье? Потому что у меня фигура яблоко, и я, когда одеваю юбку, у меня появляется талия. В этой юбке она появляется. Посмотрите, как красиво. С этой кофточкой. Кофточка стоит 1800. Юбка 1500 рублей. Другая модель юбки. Она полностью вся сделана из стрейча под кожу напыление. Смотрите, она тоже формы карандаш, сзади разрез, спереди запах. Смотрите, какой запах. Вот так. Я сейчас напишу размеры, какие есть на экране. Они сверху не на молнии, они сзади на замочке. Не садится... на резинке, на молнии. Сзади есть молния. Она садится прямо по фигуре, размер в размер. Размеры я сейчас напишу на экране. Следующая юбка осталась в единственном экземпляре. Она была по 1500 рублей. Она полностью трикотажная. Сверху на резинке. На ней написано 48, но она прекрасно на 50 размер подходит. Потому что у Светланы 50 размер. Девочки, скидываем 300 рублей. 1200, кто возьмет? Один размер, 48-50. Один экземпляр имеется в виду. Экземпляр, размер, да. Последняя юбочка. А также на постоянной основе юбка-карандаш. Просто чисто в классическом черном цвете. Подходит также размер 48 по 58 включительно. Сзади разрез. Она полностью сверху на резинке. Так что нигде не давит ничего. И может даже если там, знаете, наполовину размера, больше или меньше, оно регулируется. Как всегда, пишите свои объемы бедер, талии. Мы все вам подберем, девочки. Сядет идеально из-за резиночки. 1500 рублей стоит на постоянной основе черная юбка классическая карандаш. Следующая кофта с рюриксом и стразами. Смотрите, в каком необычайном цвете. Пудра немножко с коричневатым. Размер подойдет на 54, 56, 58. Ну, вообще 60 размер. Я думаю, она все равно смотрится великолепно. Переливается все, и спинка да. Тоже. Посмотрите. Смотрите, девчата, одели эту кофточку, и вы уже на корпоративке будете блестеть. Да. И потом, после корпоративки, прекрасно можно ее одевать в повседневной жизни. 1800 эта кофточка стоит. Та же самая модель кофточки, только в темно-синем цвете. Также со стразами, с рюлексом. Смотрите, размер все тот же. 54, 56, 58. 60. Она идет в одном размере. Стоимость 1800. Еще кофточка со стразами и с рюлексом в голубом цвете. Размер 54, 56, 58. Даже на 60-м хорошо. Стоимость 1800. Какие блестяшечки красивые. Переливается все. И спинка тоже переливается. Покажи спинку. Блестящие. Видео плохо видно блестяшечки, но их очень хорошо видно. Кофта со стразами и с рюлексом. Очень красивая. Цвет. Пудра немножко с коричневатым.
Стоимость такой кофты 1800. Размеры. Смотрите, кто любит немножко оверсайз, как хорошо даже на 48-м. Хотя этот размер 54-56. Но видите, он подойдет и на 48, и на 50, и на 52. Он даже на Кристине хорошо сидит. У тебя какой размер? 60. Ну, 58-60. 56 идеально. Это же модель в сером цвете. Размер 54-56. Но смотрите, подходит он и на 48-50. У Светланы. Он даже не кажется большим. Так что, девочки, любого размера можете его брать. Размер единый. Стоимость 1800. Помните, мы обещали поискать еще такие кофты? Но их, к сожалению, нет. Вот остался один экземпляр. Видите, комплектом как шикарно получается. Она стоит 1800 рублей. Размер. Он подойдет на 54, 56, 58. Она получается прямо... Костюм. Прямо костюм. У нас уже девочки выслали некоторые фотографии, кто получил с прошлого раза. Всем идеально прям сидит. На любую фигуру, на любой возраст. И она не смотрится вульгарно, смотрится дорого, красиво. Да, еще поищем такую, девочки. Именно такие кофточки мы поищем. Очень сидят великолепно. Да, сзади трикотаж. И на ручках, смотрите, блесточки. И... Эта модель, вы смотрите, я в повседневной жизни эту юбку постоянно ношу. Я уже лет 8 такую юбку себе купила, совсем давным-давно. И мне девчата всегда спрашивали, где ты такую юбку купила? Потому что я даже не на праздник, я просто ее ношу. На резиночке юбочка сядет на любую фигуру. Главное, по вашему размеру идеально сядет. Она из фигуры яблока сделает талию. Смотрите. А также в продаже кофточки. Состав все тот же. Светлана, покажите состав, пожалуйста. Потому что это первый вопрос. Вот 70% кашемир, 20% хлопок и 10% акрил. Очень хороший состав, к телу очень мягкий. Хоть и есть вот это блеск, как он Рюрикс? Называется? Рюликс. Все он время мягкий, забываю. Он не колючий. Он мягкий. Совершенно не колючий, потому что хорошего качества. Светлана, подойдите сюда, пожалуйста. Просто, чтобы не думали, что это какое-то пятно. Стоимость 1500 рублей. Размер с 48 по 52. Та же модель, только в сером цвете. Все тот же самый состав. Размер 48 по 52. Очень блестит. Она как подойдет для корпоратива, так и для повседневной жизни. 1500 рублей. Кофточка в голубом цвете с рюлексом и со стразами. Размер 54, 56, 58. Единый размер, стоимость 1500 рублей. Дорогие друзья, а также наши любимые шапочки Бини. Очень теплые, зимние, на флисике. Стоимость их 600 рублей. Шапки производства Россия. Цвет вы уже увидели. Первый был молочный, теперь пудра. В этот раз их очень было мало. Темная пудра. Вы помните, что действует скидка, если при покупке трех шапок стоимость их будет по 500 рублей, не по 600. Так что пишите, заказывайте. Больше всего, как всегда, любимых цветов пудра. Темных никаких оттенков в этот раз не было. Ни черных, ни темно-зеленых, ни красных. Спортивные шапочки стоят по 400 рублей. Также акция, если две штуки покупаете, они будут по 350 рублей. Темно-синий. Да. Эти шапки тоже, также производство Россия. Пудра. Темный беж.
дорогие друзья, мы ждем ваших заявочек. Пишите, ничего не стесняйтесь, спрашивайте обо всем. Мы на все вопросы ответим по поводу пересылок, какие города, сколько будет стоить. А даже если вы хотите просто узнать, сколько будет стоить туда пересылка в этот город, мы вам все рассчитаем, не обязательно прям сразу покупать. Мы на все вопросы отвечаем. Пишите в WhatsApp по этому номеру телефона. В крайнем случае в Telegram, если у вас WhatsApp нет. По всем вопросам, заказы, пишите, пожалуйста, по этому номеру телефона в WhatsApp. Не звоните, а пишите, девочки. Да, у нас у всех разное время. И даже если вы напишите ночью, утром проснусь, отвечу на все ваши вопросики. Вначале мы договариваемся о вашем размере, модель, которая вам понравилась. Желательно, конечно, если вы напишите объемы груди, талии, бедер. Ну, или хотя бы размеры, которые вы носите. Лучше, конечно, все равно объемы. Мы на них лучше ориентируемся. Дальше мы выбираем с вами модель, обговариваем, сколько стоит пересылка до вашего города. И эту общую сумму вы оплачиваете тоже по этому же номеру телефона, карта Сбербанк. Потом мы собираем посылки, мы на следующий день всегда, мы не копим посылки, на следующий день мы отсылаем весь заказанный товар. А потом вам приходит смс-уведомление, что мы отправили посылочку. Мы вам фотографируем чек, тоже, что отправлен товар, и вы через некоторое время получаете у себя на почте.